Мой папа был великим баскетболистом, и я всегда мечтала быть как мой отец. Мое кредо по жизни – это мечтать, верить и работать над собой. В детстве мне баскетбол не очень удавался. По-настоящему успешно играть я начала в университете в Америке. Там я впервые завоевала титул игрока года. Но тогда я поняла, насколько я хочу побеждать, насколько я хочу выигрывать. Тогда в университете золотую медаль мы так и не выиграли, но, вернувшись в Россию, я начала стремиться попасть в сборную России. С 2008 года каждое лето я привлекалась в сборную России, но каждое лето меня отсеивали. Перед Олимпиадой 2012 года я, наконец, попала в состав сборной России, и мне это удалось с невероятным трудом. Этим моментом, наверное, в своей карьере я горжусь больше всего. И для меня большая честь сейчас перед Олимпиадой в Сочи мне доверили нести олимпийский огонь в Екатеринбурге. Конечно, самый запоминающийся момент в клубной карьере – это выиграть золотую медаль Евролиги в прошлом году за ЛГМК. У меня было много ярких моментов в карьере, но не все они связаны с победами. Я считаю, что нужно пройти через какие-то поражения и трудности, чтобы по-настоящему ценить эти победы. Я счастлива, что в моей жизни есть баскетбол, и я действительно понимаю, что главное – заниматься любимым делом. Я верю в то, что лучшие моменты в карьере у меня еще впереди. И я думаю, что и с УКМК, и со сборной России нас ждут еще много медалей и побед.